Емкость высоковольтного конденсатора в телевизоре C равно 2 умножить на 10 минус 6 фарад. Параллельно с конденсатором подключен резистор с сопротивлением R равно 5 на 10 6 Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе у нулевой равно 16 киловольт. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U за время, определяемое выражением T равно альфа RC на логарифм по основанию 2 U0 поделить на U, где альфа равно 0,7. Определите в киловольтах наибольшее возможное напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло не менее 21 секунды. Итак, мы берем время t равно 21 секунде и подставляем все, что у нас есть в выражение. Мы получим логарифмическое уравнение и решим его. Значит, t это 21, здесь 0,7 на 2 на 10 минус 6 на 5 на 10 в 6 на логарифм по основанию 2 16 поделить на u. Решаем это уравнение. 10 минус 6 и 10 в 6 сокращаются, и мы получаем, что логарифм по основанию 2 16 поделить на u равно 3. Что это значит? Это значит, что логарифм по основанию 2 16 поделить на u равно логарифму 8 по основанию 2. Отсюда 16 поделить на u равно 8. И отсюда u равно 2, ответ 2.